Новый начальник следственного управления МВД области Андрей Мешков встретился с ярославскими журналистами. 38-летний подполковник юстиции в нашем городе недавно, до этого жил и работал в Белгороде. «Преступный мир Ярославля практически ничем не отличается от белгородского», — говорит Мешков. Правда, там больше квартирных краж. Одна из важных проблем Ярославля, считает руководитель, — это кадры. Если в Белгороде пополнение дает местный институт МВД, то в Ярославле недокомплект следователей. Возможно, поэтому и раскрываемость преступлений разные. По тяжким преступлениям доля более высокая. Вот если брать убийства и тяжкие телесные повреждения с причинением смерти, то здесь выше 90% преступлений, по которым лица устанавливаются. По кражам имущества в целом порядка 50%. Вот квартирные кражи, если брать, 50 с небольшим. Вот. Ну, по некоторым категориям ниже раскрываемость, а в целом где-то порядка 60%.